Всем привет, с вами Джол, добро пожаловать в игру под названием The Witness. Эту игру предложил Сид LBI, вот так его зовут. И короче, о, конечно, слегка обидно это сказал, короче, он стал проходить. Я пошел, посмотрел, подумал, что какой-то хоррор, но нет, это оказалось говно. Я запустил игру, и она начинается вот так. Так она и начинается. Мы куда-то идем, назад смотреть не можем. Ладно. Ладно. Кто мы? Ну, он или она? Так. Интересно. Я посмотрел, и тут связано такими квадратиками вся игра. Вау. Она минималка, она круче выглядит, чем на ультра. Она такая мультяшная, мне нравится. Это больше нравится ему ультра. Так. Мы что-то запустили? Там тут что-то есть. Так. Если это сложно, типа сложно головоломки, они какие-то не сложные. Так, тут тоже что-то есть. Так. Диванчик. Вообще, где мы? О. Куда нам типа надо попасть? Надо отдельно и вторую, да? Я что-то не могу понять. Ой, ну, алло. Тормози. Где? А, все, я запустил обе. И чем прикол? Никто не знает. Так. Вот провод идет куда-то сюда. О, мы там что-то закрыли. Тут тоже что-то еще есть. О, нормально. С двух точек странно. Типа с одной попадешь, с одной не попадешь? Да нет. Ой. А да, кстати, как. Да, только с этой попадешь туда. Так, интересно. Это, знаете, есть в газетах такие лабиринтики. Вот подобие такого. И вот, не, игра прикольная. Говорили, что сначала будет легко, а потом вот Кирилл будет ломать свою голову, не знаю как то. Ну посмотрим. Кому ломать всю голову. Все, мы открыли там ворота. А мы можем бежать. К чему бы это? Что-то не сделал, либо... Я что-то не сделал, либо... А, нажимай на эту кнопку. Я просто привык, что на действие, типа, всегда на Е нажимать, а тут на мышку нажимать. Да, игра, конечно, вот прикольная, а вот особенно минималка, она вообще круто выглядит. Вот куда? Можно сюда пойти. Я хочу по тропинке пойти. А вот тут что-то еще есть.
Чем прикол? Типа. Простите, что? Я что-то не понимаю. Так. А с этого начинать? Ладно, я тут не могу понять твою тактику. Можно за попозже, наверное, выйти. Я что-то не совсем уверен. Ну ладно, так, тут что-то есть. Телевизор. Кстати, как прыгать тут нельзя. Так, что у нас тут? Тут у нас вообще изи головолом. Ага, тебе надо еще точки собирать, все понятно. А, я уже начал. Вау. А ты думаешь, что не нажимается? Только вот около нас кто-то ходит. Нет, зафейлил. Это опять зафейлил. О, понял. Тут надо будет закончить. Так, я себе так сделаю. Нет, а если вот так? О, точно. Нормально. Так, что у нас тут? Тут тоже у нас интересно все. Нет. Нет. Вот так. Интересно, а то что? А в чем прикол в этих квадратиках? Понятно, хорошо. Ага. Так. Короче, надо отделять территорию от черных от белых. Вот так. А тут что у нас? Можем его сделать. Так, тихо. Тихо, я сказал. Так. Тихо. О, нормально. Тут опять так же. Хотя не. Тихо. Ну, попал. Нормально, не прикольная игра. Так. Тут опять все сделали. Странно. Пока что тут все изи. Так, там что-то тоже есть. Тут типа разные миры, разные левелы и так далее. Интересно. О. Да ничего себе. Тоже какая-то головоломка. Странно. Тут головоломка. Тут головоломка. Тут какие-то головоломки эти. Это что у нас? О, квадратики.
соединяться не можем. Так. Управление неудобно. Так. 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 Два. Опа. Да ничего себе. Музыка. Такие звуки на фоне играют. Аж стрёмно. А, мы уже везде так делать? Нормально. Как замок из песка. Так, мы сейчас что-то сделали. Что-то мы запустили. Нормально. Так. Что у нас тут дальше? Опа. Да вообще изи. Да. Тихо. Нет. Тихо. Нет. Нет. Только так. Может. Так надо. 100%. Ага, понятно. Да, тут такие дела, конечно, это вообще. Так. Ага. Керес. Тут не все так просто, как кажется. Блокируйте еще повороты. Нет. Да. Так. Только почему-то тут нам вообще не рассказали, кто мы, зачем и где мы. О, вот такой. Типа расставил, что ли? Так, мы тут-то что-то запустили. Там что-то открылось. А то вообще, что такое? Меня ты пугает. Ладно. Не должна быть какая-то хоррор игра, так как бы я что-то не видел в описании, что это какой-то хоррор. Куда мы идем? Зачем мы идем? Зачем это делаем? Так. Тут уже начинаешь потихоньку уже задумываться. Нет, то если я пойду так, то это не возьму. А если пойду так, вот тогда вообще все возьму. Все, понял. Так, камера у меня криво стоит. Ну ладно, ничего, надеюсь. Там внизу, тут наверху. Так, а нам сюда нельзя, понятно. Вы слышите этот звук? Около чего-то, какой-то генератор, походу, находимся. Чё? Я же сделал. Нет? Нет, так нет. Нет. Так. Так. Нет. Не работает.
О, нормально. Так, это будет немного сложнее, я чувствую. Нет. Нет, так мы заблокируем проход. Так, подругу мы потом не возьмем. Вообще фигню делаю. А я себя тупик сделал. Не работает. Тоже не может работать. Тоже не работает. Тоже не работает. Нет, это должно как-то так идти. Вот инфосотка тут, что должна, но не идет. Вот головоломку ты мне, конечно, нашел. Тебе буду мучиться долго. Так. Это не работает так, это не может так работать. Это чище легко было бы. Видите, надо сюда. Так, я блокирую проход тому. Да ладно, сделал, лол. Сделал. Это с первого раза. Так, а вы все с первого раза делал? Ну, в смысле, с первого раза, в смысле, я быстро, да. Так, не понял. О. И что хотите мне этим сказать? Тихо. Ага, и вот, короче, теперь видите, тебе заморочка стала еще сложнее. Вот так. Так, мне надо начать отсюда с синим. Нет, вот так. Да, поднимись. Вот так. Все, все. Так, а тут черные их на тоже будут собрать. Ага, понятно. Так. Тут главное понять тактику. Опа. Так. Так, нет, надо подняться наверх, спуститься вниз. Опять подняться вверх, взять. Пройти немного подальше, спуститься вниз. И зафейлить задание. Так, допустим, я сюда, потом сюда этим желтым. Нет, я не могу так делать. Нет. Короче, скоро рип мой мозг. Нет, не работает. Можешь попробовать отсюда и правда попробовать синим сделать. Нет, 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 ну что? Хотя, подождите-ка. Стоп. Я уверен, что я смогу это сделать. Или даже не смогу.
Интересно. Если пойду вот так. Нет, все-таки это придется и так делать, это 100%. Это уже не обсуждается. Короче, вот ту я возьму. Синенькой. Вот тут я застрял. Тут я реально застрял. Да вообще, это пердец какой-то. По-любому вы уже все догадались, как это делается, а я тут один туплю. Да ё-моё, только у меня так получается, по-другому я не идет. Я могу вот так сделать, но я провалю задание, потому что я не взял ту. Допустим, делается вот так. Вот это дело уже какой-то 10-й раз, я уже не могу. Так, ну нет, давайте еще один раз попробуем начать отсюда сверху. Да. Нет. Нет, вернись, нельзя так есть. Нет, если мы начнем оттуда, потом мы не можем взять ту другую. Давайте не будем брать это. Просто возьмем вот так. Пойдем вот так. Вот сейчас я близко оказался. К разгадке. Я ее разгадал. И а вниз как мне? А мне вниз не надо. Хорошо. Хотя надо. Там что-то внизу есть. Ладно, не пойдем. Так, тут наверху тоже что-то есть. Угу. Понятно. Опять сеть. Так. Тут уже будет сложнее, да? Так, так. Ать-ть-ть-ть-ть. Ать. Нет, не ать. Ать, 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 ать. Короче, ать, ать. Нет, не ать. Не получается. Нет, 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 нет. Это не может быть так. Тоже не может быть так. Да юмор, ёшеньки. Это может быть так. Но только как? Так, это может быть так. Только серьезно, как? Допустим, я почти типа сделал это. Так, тихо. Типа, оп, а не по фигушке тебе, да? А типа, оп, а нет, не получается. А оп, получилось. А нет, не получилось. Пойдем, нет, отсюда тоже нельзя идти. Давайте спустимся на раунд ниже и пойдем через дорогу. Пойдем сюда. А нет, фигушки, народ, это фигово. Так, нет, пойдем сюда, потом спускаемся вниз, потом идем через этот проход сюда. Я сделал какую-то хинею, но зато почти все забрал. Ага. То может типа, ну, типа взять, так вот так взять, да, и тут надо закончить, да, типа. Но если я закончу, я не могу еще вот так сделать. Да, кстати, я могу и так сделать. Я могу много чего сделать, но это я не могу сделать, это не получается у меня. О, нет, не во. Да ё-моёшеньки, моёшеньки. Пожалуйста, ну сработай хоть какая-то тактика, но ё-моё. Не получается,
Куру. Не-не-не-не-не-не. Айси. А как я угол-то потом возьму? О, боже мой. Ну и зачем ты мне ту игру подсказал? Я буду сидеть и мучиться целыми днями. Так. Сколько уже? 20 минут. Я хочу сделать эту головоломку. Сделаем, закончим. Не сделаем, будем продолжать. Так долго, пока я не закончу я. Да ладно. Да ладно. Что, серьезно? Да ладно. Я ее сделал. Как? Вот как, объясните, как я это сделал? Каким волшебным образом я ее залепил? Тихо. Так. 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 Вот так. Типа, знаете, вот так, типа, сделаем. Так, потом вот так, потом так, потом так, потом так. Yes. Чё-то желтое вообще пропадает стало сильно. Жестко пропадает. Как-то странно. Короче, ага. Нет. Хотя. Нет. Короче, тебе надо ее будет представить самому, как где она находится. Потому что если поведу вниз, она пойдет вниз. Ну, вверх, она вниз пойдет. Если вниз, она вверх. Пойдет направо. Спускаемся наверх. Сюда. О, сделал. Так. Поднимаемся. Это спускается. Поворачиваем на две штуки. Спускаемся вот до сюда. Потом поворачиваем. Поднимаем. Она у нас спустить. Пойти сюда. И зафейлить задание. Ладно, давайте заново. Типа идем. Сюда. Поворачиваем. Так, тихо. Мы идем сюда. Нет, это уже не получается. А если пойдем сюда? Нет, тоже не получается. А если мы пойдем вот сюда? Сюда, сюда, сюда. Нет. Типа иду наверх, поворачиваю, иду наверх, поворачиваю. Иду вниз, сюда, сюда, поворачиваю. И иду сюда. Где же тут? Облом. Сюда? Нет. Если поверну сюда, я пойду туда. Тут уже моя полоса, и тут моя полоса. Так, я уже начинаю очень сильно тупить. Тут уже я, тут уже я. Что? Как? Как я это сделал? Нормально. Короче, надо идти сюда, уже там. Спускаюсь до этого уровня. Иду вот сюда. Иду на два вниз, на две вниз. Поворачиваем. А вот что будет дальше? Ну, что будет за этой дверью? Вы узнаете в следующей части. Игра мне понравилась. Она прикольная. Она правда вот. Вот. Вот развивает мозг. А нет, фигушки, я пойду туда сейчас. Все, может сейчас встать мне, я пойду туда. И вот я туда проберусь. Терпеть не могу. Ждать. Вау.
Боюсь, мы это будем долго разгадывать, по-любому тут будет какая-то головоломка. Ладно, Роуз, тебе это правда. Спасибо, что смотрели, если вам понравилось, оставьте комментарий, не забудь подписаться, поставить лайк. Сид, вот спасибо за эту игру. Конечно, мне обидно сказал. Но все равно спасибо. И давайте, народ, всем пока.